Смотрим. Говорят, лазер поможет при стрельбе от бедра. Навожу четко на досточку лазер. Стреляем. Видим, где пуля? Да, по идее, здесь. И что это у нас получается? Кривой лазер? Или что? Вот как стрелять? Опа, смотрите. Ой. Ой. Не попадаем. О, классно. Почти. Попробуем SAIS-23. Попали по лазеру. Давайте продемонстрируем это здесь. По лазеру я буду стрелять в черточку. Вот не видно черточку. Давайте вот сюда. Вот четко видно лазер. Попаду, не попаду. Опа! Классно. Поставим на одиночные. Одиночные. Опа! Где пуля? Нету пули. Вон, вон пуля. Видите, где пуля? Замечательно. Еще раз попробуем. Замечательно. Давайте попробуем здесь. Потрясающая помощь с лазером стрелять. Вот, давайте попробуем еще на одной досточке. Навелись. Ой, как метко. Опа, попали. И что это получается? Через каждые 2-3 раза, что ли, оно только срабатывает? Или, может быть, определенное расстояние есть, скорее всего? Давайте проверим еще раз. Посмотрим. Так, навелись. Стреляем. Ага. Ага. В щит попали. Супер стрельба по лазеру. Ага, еще суперее. Ага. Замечательно. С какой попытки мы попадем? Я сомневаюсь вообще, что мы попадем. О, есть. Замечательная стрельба с лазером. Вот так пользуются лазером люди. Все, всем спасибо за внимание.